Представься, пожалуйста. Я Шадрина Диана. А чем ты увлекаешься? Я хожу по подиуму. А ходить по подиуму это сложно или для тебя это очень легко? Легко. Сколько лет ты занимаешься этим? Где-то в Питере этим я занималась. А для тебя это интересно? Да не очень. А что бы тебе было бы интересно? Чтобы мне было интересно? Чтобы было что-то красочно так. Было красочно. А это мероприятие для тебя окажется красочным? Я не знаю. Скажи, какие у тебя ощущения перед конкурсом или показом? Ну, какие у меня ощущения, это когда я волнуюсь. Ты сегодня участвуешь в конкурсе красоты? Да, наверное. Это у мамы надо спрашивать. Какие у тебя волнения, что ты чувствуешь? Ничего я не чувствую. Кем ты хочешь стать, когда ты вырастешь? Ну, в будущем я знаю, что у меня будет хорошее будущее. Кому ты хочешь передать привет? Маме. Привет. Спасибо.